В результате тропического шторма Кайтак, обрушившегося 15 декабря на острова Белеран, Лейте, Самар, а также на провинцию Рамблон, пострадали 222 тысячи человек. 87 900 жителей были эвакуированы. Несколько городов оказались отрезаны от внешнего мира. Кайтак, другое название Урдуха, стал 26-м тихоокеанским циклом в Азии за 2017 год. Тропический шторм Винта по международной классификации Тембин обрушился 22 декабря на остров Минданао со скоростью до 30 метров в секунду. Шторм затронул жизни свыше 75 тысяч человек. Самое главное, в любых сложных ситуациях никогда нельзя падать духом. Человек, который умеет сохранять бодрость духа, всегда найдет выход из любой напасти. Всегда, в каждой ситуации оставайтесь человеком. Объединение людей – залог выживания человечества. Если вы попали в штормовую погоду, помните, что наиболее опасными во время шторма являются удары молний. Первое, что нужно сделать, это перестать волноваться и успокоиться. Находясь на улице, осмотритесь вокруг и найдите безопасное укрытие, чтобы переждать непогоду. Избегайте открытых местностей. Молния, как правило, бьет в самую высокую точку, и человек, находящийся в поле, будет являться той самой точкой. Не прячьтесь в стогах сена. Если поблизости не будет укрытий, спрячьтесь в любом возможном углублении – канаве, ложбине или самом низком месте поля. Сядьте на корточки и пригните голову. Не спешите покидать безопасное место, пока не пройдет 20-30 минут после удара последней молнии. Во время грозы уходите от водоемов. Не купайтесь и не ловите рыбу. При ударе молнии вода распространяет удар в радиусе 100 метров. Нередко молния бьет в берега. Поэтому подальше отойдите от берега. Не разговаривайте во время грозы по мобильному телефону. Даже входящий вызов может стать причиной попадания молнии. Лучше всего полностью выключите телефон, пока гроза не закончится. Также избегайте любых металлических предметов. Часы, цепочки и зонтик над головой – это потенциальные цели для попадания молнии. Находясь в лодке, поднимите защитный тент, наденьте сапоги и встаньте на любой электроизолирующий предмет. Накройтесь полиэтиленовым пакетом, чтобы вода стекала за края лодки, а не в лодку. Смотрите, чтобы пакет не соприкасался с водой. Находясь в лесу, помните, что молния, за исключением полян, никогда не бьет в землю. Деревья являются естественными громоотводами. И чем выше дерево, тем более оно привлекательно для молнии. Поэтому держитесь подальше от самых высоких, а также одиноко растущих деревьев. Самый безопасный вариант – сесть между низкорослыми деревьями с густыми кронами в позиции эмбриона, опустив голову на сомкнутых коленях и охваченных руками. Во время грозы не ставьте палатку на открытом месте и не сидите у горящего костра. Дым является хорошим проводником электричества. Находясь в горах, спуститесь с возвышенностей. Избегайте расщелин и желобов. Во время грозы трещины, заполненные водой, становятся проводником для стекания электричества. Безопаснее остановиться возле вертикального отвеса, пальца, высота которого превышает высоту человека в 5-6 раз, держась от него на расстоянии в 2 метра. Также можно укрыться в пещерах, но не ближе 2 метров от ее стен. Все металлические предметы необходимо собрать в рюкзак и спустить на веревке на 20-30 метров ниже по склону. Находясь в автомобиле, помните, что они хорошо защищают пассажиров. Поэтому во время грозы остановите машину, закройте все окна, отключите радиоприемник, мобильный телефон и GPS-навигатор. Не держитесь за металлические предметы. Находясь в доме во время грозы, закройте все двери и окна. Не зажигайте печь или камин. Закройте дымоход. Выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. Выключите все электроприборы, радиоприемники, телевизоры, а также отключите антенну. Избегайте находиться вблизи окна или на чердаке, а также рядом с массивными металлическими предметами. Дорогие зрители, мы постоянно ищем новую, интересную и объективную информацию для видео на канале, а также постоянно изучаем, что происходит на планете. Ваши лайки, комментарии под видео и репосты помогают распространять эти важные сведения многим людям.
Вместе мы способны на многое. Подписывайтесь на канал и присылайте ваши пожелания на почту info@geocentr.info. И будьте в курсе всех климатических событий в мире. Если вам интересны видео на канале Геоцентр, и вы интересуетесь изменением климата на планете, приглашаем вас подключиться к команде климат-контроля. Ознакомиться подробнее с нашей деятельностью, задачами и целями можно на сайте allatravesti.com в статье «Команда проекта «Климат-контроль». Единство в духе порождает единство в мире». Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.